Подробнее о том, что обсуждали на заседании Совета Безопасности, мы расскажем в следующем информационном часе. Подпольный цех по производству оружия ликвидировали в Кукшета. Находился мини-завод в подвале одного из частных домов. В ходе спецоперации задержано 3 человека. Работа у преступников была поставлена на поток. У них изъято 7 боевых пистолетов и патроны к ним. А еще 96 самодельных взрывных и заводское оборудование для изготовления и модификации оружия. Произошедшие трагические события в мае 2021 года в городе Казани Российской Федерации показали, что огнестрельное оружие в руках злоумышленников может привести к тяжким последствиям. В этой связи противодействие незаконному обороту оружия является одной из приоритетных задач специальных и правоохранительных органов.